Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер. Спасибо. А теперь закройте ворота. Давно не виделись, Хантер. Это его отец? Рад видеть тебя, Саш. Алекс. Здравствуй, Артём. Ну, Хантер, какие вести с полей? Что в мире творится? Ну-ка, да все как обычно. Все говорят только о вашей станции и о этих ваших мутантах. Артём, я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи. А? Нажми. Это не просто мутанты, нажми, поверь мута... мне. Да, нажми, курда. Это что-то новое. С Нового Йорка, да, бля, что-то поштука. Страшное. Черные, да? К черту детали. У нас в Ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Черная тревога. Кто-то проник в главную вентиляционную шахту. Это они идут сверху. Черт подери. Только этого не хватало. Черт, уже за стенкой наша больница. Кирилл, бери своих, закрывай туннель. Хан. Саныч, мы остаемся в этом зале. Вперед, пошли! Согласен. Артем, бери оружие. Здесь. Есть бронь? Где? Где бронь? Алло. Артем, хватай пушку. Что? Пушка? А, мама. Окей. Черт, где же они вылезут? Они придут сюда. Больница рядом. Запах крови. Твоя кровь. Крови? Зачем крови? Раз я никогда же крова, то тогда можно выйду. Оу, шитес. Эй, тут что сидит? Да-да-да, учекай то. Где ты? О, холера. Где? Ну, где еще? Воу! Где? Холера! Где? Черва! Они нам на этой броне? Нам их не остановить, Хантер! Продолжать огонь! Холеро! Бече! Артём, с тобой все нормально? Конечно, этот-то не пропадет. А, марш ты! Оу, колейные какие? Какие же это черные? Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх их оружие. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Черные не просто мутанты. Это Homo novus, следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего. Понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих гомоновусов. Пойди, глянь! У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу выпотрошили. Черные! Черные напали! Внешний блокпост уничтожен! Человека, которого зовут Мельником.
Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артём. Не подведи. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто. Но я ведь дал ему слово. На следующий день к Рижской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался. Dobra, rozdział pierwszy. Oha, super. To tak wyprawne. Колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Наконец-то! Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматье в оружейное и на платформу. Они уже заждались. Я буду там и смотри, ничего не забудь. Ну, так, ничего не забыл. Вот стоц перевертоться, бабушка, здорово! Вот стоц перевертоться, кушай этот компот! Właśnie zdobyłeś swoje pierwsze naboje wojskowe. Te wywodzące się z czasów poprzedzających kataklizmy ładunki są niezwykle cenne z uwagi na jakość wykonania i swą moc obalującą. Amunicja wojskowa to również waluta, którą w sklepach zapłacisz za broń i wyposażenie. Można ją także wymienić na zwykłe naboje. Naboje wojskowe to towar niezwykle rzadki. Można je rozpoznać po nieskazitelnej, błyszczącej łusce. Dobra. Okej. Jakiś dziennik czy coś. To wszystko na pewno. Nie wiesz, gdzie znajduję. Gdzie się znajdujesz lub chcesz sprawdzić swój kolejny cel, wciśnij M, a otworzy się dziennik. Aha. Jej. Dobra, to jest nasz dziennik, super. M. Dobra, się wyłącz. Wszystko wzięliśmy. Wzięliśmy. Zagrać mu za to gro. Światło chcę zgasić. Dobra, nie. Odejść zgasić. Gitarki nie bierzemy. Дозорные могут пройти. Я навытучу патронов за эту штуку. Точно не жалею, что купил ее. Так же меня достало все это. Рот. Чего я терплю? Говорила мне мама держаться от тебя подальше. Говорила, что ты дебил, неудачник. Твоя мамочка, мама, тебя ты не была слышит права. Там в аду, так что заткнись. Что ты сидишь? Ну ладно. А теперь давай нарисуем что-нибудь другое. Ну, например, давай нарисуем домик, в котором ты хочешь жить с папой и мамой. Чекай, где я мам ищу? А домик большой? Просто. А когда вернется мама, мы ей покажем рисунок, и она обрадуется. Скажет, что ты гадаем. Ну вот, этот мужчина, такой импозантный, оборачивается ко мне и говорит: девушка, если бы моя жена готовила так, как он, я был бы самым счастливым человеком на земле. Спи спокойно. Ну, а я ему: что же ваша жена так не готовит? А он мне: ну, вообще-то, я как бы не женат. Ой. Прелесть какая. Ну так давай, подруга, вперед и с песней. Да, добра. Ту на pewno не chce być. А, uśmiechnięta buźka. Ага, ту. Никого нет дома! Всюду грязь какая. Хебавьо. Невозможно просто. И люди грязные, там вруны или
Артём, ты что ли? Предатели сплошные. Ты прав, парень, везде грязь. Да и от тебя подванивает. Петя! Петя, это ты! Ага. Добра, тенты хиба. Ну, смотри-ка, кто тут такой чистюля? Так под ноги смотришь, на свете кто-то умирать, кто будет. Создание военного союза со станцией Риш. Я же просил тебя. По договору наши станции будут также совместно действовать в вопросах торговли, связи, ресурсов и так далее. Хорошо. Извини, я больше не так. W tunelach metra znajdują się placówki handlowe, w których zastanawiającą walutą walutę wojskową naboje kaliber coś tam można kupować broń i inne przedmioty. Naboje wojskowe pochodzące z czasów przed wybuchem są czystsze i bardziej błyszcząc od swych mniej skutecznych, brudnych odpowiedników wytwarzanych przez mieszkańców metra. W placówkach handlowych mieszczą się też punkty wymiany, w których za naboje wojskowe możesz kupić znaczną ilość brudnej amunicji. Уничтожает все живое лучше спирта и не оставляет похмелья. Просто огнемет. Все эти слова. Точно, усила. Подари себе пистолет. Заставь себя уважать. Что ты очень ценишь свою часть? Что? Эй, ты. Иди сюда, что-то. Покутарим мое. Эй, ты. Не болтать, ясно? Чувствуйте себя как дома. Выбор слушать у нас отличный. Как на даче у генерала. Командира нашего. Ну и реально, шорт, все равно хочу. Ну, жарче. Там, в том туннельчике. Ну, слушай, ты там видел двух шагах. Ну, давай, солнышко, выбирай себе подарок. Протерьте уши. Засолите браги, держи уши. Не уничтожает все живое лучше спирта и не оставляет похмелья. Просто огнемет. Меня вообще-то только огнем так слышал. И себя берет. Можешь теперь эту инструкцию засунуть тому, кто ее писал. Молодец. Начинаешь разбираться в оружии. Аптечка, могу я уже купить. Добро. Рад, что мы договорились. Что-то за этот канат как дергает. Как вы их тогда? Зовем замыкающего. Свиное желе. Только для гурмана. Забирай. Пользуйся на здоровье. Покупьем тебе, да? Влади. Забирай. Как хочешь. Больше никто не видел. Наталья с тех пор не спал. Опять нажрался. Давай, вставай, скотина пьяная. Привет, Артём. Так, вязаны метро. Ты чё, блин, в туннель с пустыми руками собрался? Шэн? Было оружие, ну и прибарахлись как следует. Чего? Зброявни? Привет, Артём. Где зброявня? Так что у нас с этим новичком? Похоже, совсем зелёный. Сколько можно синячить? Клянусь, эй, Артём, тебе оружие нужно? Давай-ка посмотрим. Ага. Автомат калибра 5.45. Сделано на Кузнецком мосту. Стреляет криво, перегревается в 2 секунды. Поэтому называется ублюдком. Стреляй короткими очередями и патронов не забудь набрать. Każda broń automatyczna znajdująca się w trzecim okienku może korzystać z nabojów wojskowych, żeby zamienić naboje zwykłe na wojskowe i na odwrót. Przytrzymaj R. Naboje wojskowe zadają o wiele większe obrażenia niż te wytwarzane obecnie ręcznie na stacjach metra. Pamiętaj jednak, że strzelając nimi strzelasz pieniędzmi i coś tam. Uniwersalna zarядka dla fonaria. Baterie zaryżać. To uniwersalna co? Bateria latarkowa? Oj, противогаз. Nadziewaj везде, gdzie wysokaja radiacja. Или на поверхности, если тебя туда, ну, не дай бог, занесет. Маска. Армейские аптечки на всякий пожарный. Тоже мам другом. Так, теперь все, окей. Хочешь опробовать свой арсенал? Прошу в мой тир. Ну и просто постарайся первое время особо не высовываться. Окей? Ага, окей, ага, супер. И что мне еще дашь? Уж нет?
Kopa na szczęście jeszcze, co? W tyłek. To jest kurde lalka, czy co tu? Aha, dobra. Szczelnica lalek, super. A może sobie wezmę broń? Czekaj, to. Alo, która tam strzela? Dawaj, zobaczymy jak strzelą. Poćwiczę sobie do celów. Mogę? Dobra, postrzelałam. Już nie chcę. Gdzie mamy iść teraz? Zostanę jeszcze coś nie dorąży. Dobra, czyli tamto to był prolog jakiś. Ja na początku, tak. Że jak ja zakładam maskę. Ja ściągam maskę. Artём, ściągaj. Бодрячком пацанчик, как говорили во времена моей молодости. Co mordo? Mordeczko, kochana. Что же я все мордо-то, а? А ты co? Знобит-то как? Jeszcze lepsza mordeczka, kochana. No gdzie teraz? А, Артём! Слышал, ты в караван записался? Ну, удачи тебе! Вот это... Ой, маска звонит. Нет больше никаких. О, привет. Ну чё, как? Часами виноваты. Ты готов пить или нет? Вдруг там кто-то... Слышал уже, наверное, что мы собираемся с Рижской заключить договор о союзе. Ну и в качестве жеста доброй воли этим караванам отправляем им пока что гуманитарную помощь. Они там бедно живут. Вы должны приглядывать за грузом. Ехать тут недалеко, и туннели вроде спокойны. Какой чудный город. Ага. Супер. Хочешь еще погадать? Вот отлично. Что слышно, бойцы? На границе все спокойно. Можете расслабиться. Пока. Все, готово. Теперь опускай. О, щенки, Том Крум. Здоровенький был, Артемыч, як? Еще один. Но все, мужчины, разграндать трохи. Может, вернуться еще, что? Может, пыль на бой, Dobra, ruszamy, gdzie nas nogi poniosą. Ruszamy, śmieszną zabawą. Jasno, jakby naboje, dobra. Rozglądę się. No. Да нормально я держу. Не слышь ты, командир. Нет, ё-моё, тут не люди, а как и мутанты какие-то. Держи лестницу, я сказал. Как насчёт помочь Рапсиле? Ого. Артём! Сюда! Давай, блин, быстрее! Ну, самый популярный в мире автомат. Говорил, счастлив, что граница... Честь имею. Ну что, готов выдвигаться? Я бы, если такую штуковину изобрел, точно не свихнулся. Мы же там готовы? Твое изобретение... Я там готов. Готов? Тогда двинули. Давай. Летим с тем гром. Или на раз, что бы делало, что бы делало. Пророгу помню. По первым отчинку уж было. Ты, Артём, садись сюда. Угу. Никто ничего не забыл? Всё затарился? Ага, хеба не. Тогда пошли. Эй, ребята, вы на Рижскую едете? Типа того. Не подбросите? Не вопрос, но с зайцем не поедешь. Придётся поднапрячься чуток. Всегда готов. Тогда двинули. Ну всё. Удачи всем, кто остается дома, а нам с вами, парни, удачи вдвойне. Ну, мужики, поехали. Пожелайте нам удачи. Ну как, готовы немного прошвырнуться? Круто, да, Артём? Наконец-то свобода. Хотя бы на время поездки. Думаю, будет здорово и опасно. И это еще круче. Так
я покинул родную станцию в первый раз с далекого детства. Мне было неловко, что я не сказал отчиму всей правды. Я не собирался возвращаться домой с Рижской, но я не мог подвести Хантера. Так откуда ты? С Рижской. Я тут челночу помаленьку туда-сюда, покупаю товар. Метро, наверное, повидал, а? Давай, давай, ну, двигай. Да. Ближайший базар на следующей станции за Рижской. Там уже большое метро начинается. Я раньше частенько в полис ездил, но теперь туда так просто не попадешь. Нужно или везение, или паспорт гражданина Ганзы. А что так? Ну, Ганза ведь все метро соединяет своим кольцом. И станций у нее куча, но чужаков там не любят. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел, тогда тебе дорога лежит через красных фашистов или через простых бандитов. А эти ребята в последнее время совсем озверели. Если никого рядом нет, друг другу глотки режут. Ну ладно, что случилось, Петь? В Алексеевске застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. Вот дерьмо. Ненавижу этот туннель. Ладно, Петр, открывай ворота. Не торчать же здесь пожизненно. Ой, а что там такого в этом туннеле? Ну, это вроде как обычный туннель с виду. Темноватый только. Я в прошлом месяце шел им. И не понравилось мне. Совсем. Осторожней там. Ничего, мы на дрезине, вооружены. Все будет хорошо. О, Южбрун. Вам стрелять? Як зелено. Нормально до ласа вас и припомнили. Проклятие, голова просто раскалывается. О-о-о. Если поможете качать, доберемся быстрее. Женя, помоги ему. Нам этот тоннель поскорее бы проскочить. Артем, прикрывай тыл. Есть. Домчим нас. Нам убираться отсюда надо. Давайте побыстрее, а? Мне тут страшно с ними. Страшно и жалко их очень. С кем это? С ними. Ты что, не слышишь, как они плачут? Ты про кого говоришь? Какие они? Да что тут творится такое, а, Борис? Борис! Слушайте. Что это со мной? Что? Что со мной? Саев! Саши отвала! Ага, chyba już. Артём! Сюда! Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой мне... Ten stwór mówi do Artema, czy co? Kurde. Teraz się obudzić, ponieważ wszyscy nie żyją już. O, co teraz? Ja tu się sama. Halo? Halo, budź ta się. Co происходит, да? Будь тащи! Вставайте! Просыпайтесь, ради бога! Где? Борис!
пизду! О, я жду! Спадай! Бесьё, холерно! Возьми мой дробовик! Не могу! Ура! Nic nie widzę! Gdzie moja latarka? Co jest? Jezu, maskę załóż! Nie działał. Dobra, mam to w nosie. Jak się podobał odcinek kolejny, to wiecie co macie robić, dobra.